Что за жижа это? Triple oil. Так? Triple oil. Ага. Выпускается от нефти, позиционируется как Paom. Paom 2. И это стоит 180 тысяч рублей, вот вся эта конструкция. 180 тысяч это мы продаем, продажная цена. Для наших представителей, дилеров, она немножко другая, она ниже. Ага. То есть минималка 135. В эту стоимость входит разводка полностью. У меня есть человек, который хотел купить, он иностранец, вот, но как бы не срослось у него с нашими ребятами, они вторкетон продают. Со вторкетоном вот. Очень много заморочек. И как бы, так это 51 асик блоки, да, получается? Это вообще-то мы и являемся представителями. Супер. Дистрибьюторами в России. Ага, круто. Ну, данные блоки 2,5 киловатта. Вообще они идут 2,250, но по факту они выдают 2,6 киловатта. Это тоже идет в поставке, да? В поставке полностью провода, эти самые TP-Link, коннектора. Да? Ну, можно любой поставить, здесь уже не принципиально. А вот это что за автоматика? Соответственно, контроллер температуры. Здесь же встроен контроллер уровня жидкости в ванной. Автоматная группа. То есть это выключить асик? Выключить любой асик можно. Ага. Здесь стоит пускатель. Соответственно, при температуре в 60 градусов происходит отключение. Программируется. Запитки всех асиков. Но остается циркуляционный насос и подача воды. То есть сейчас вода идет постоянным? Постоянно, да. Если вода вдруг там перекроет эту воду. Если воду случайно перекроют, у вас пойдет температура до 60 градусов, она поднимется, автоматика отключится. Остынет ванна до 50 градусов, автоматика включит обратно подачу питания на асики. Угу. Если у вас опять будет проблема с водой, можно в принципе домонтировать. И вот такой воды. Маленький проводочек, да, его да? хватает. Да. Ага. Круто. Расход в зависимости от входящей температуры воды от 8 до 10 кубов в сутки. Понятно.